Мы находимся в отеле «Сорок». Это город Дахук, иракский Курдистан. Пришли на завтрак. Муж говорит, где будет завтрак? Я говорю, ну, где в лифте написано точка, ресторан, там будет завтрак. Нажали, нас привезли сюда. Это, наверное, 11 этаж. Покажи, а вот в эту сторону, вот эти вот две башни. Видишь ты их? Нет, не вижу, конечно. Показать. Давай я покажу их. Вот я говорю, вид такой шикарный из окна. Мы сидим возле окна. Вот, вот эти две башни на фоне горы, да? Вот так проспект. И вот так сидим, балдеем. Вообще так нравится. Выбор еды для меня достаточный. Вот прямо, ну, как бы я очень довольна. Что тут нам дали? Яичницу. Вот муж ее делал с хлебом, соединял. Где-то 5 видов сыра. Вот сыр вот такой, потом сыр вот такой, потом сыр вот такая плетенка, потом сыр вот такая, такой кругляшок. Плюс муж сказал, вот эта сметана, это только сыр. 2 вида оливков. Ну, это можно оливки, это маслины назвать, да? Такие котлетки, я не знаю, какие они, может, куриные, я еще не пробовала. Картошка фри. Суп, я вот его уже съела. Такой чечевичный, но почему-то еще вермишель. Ну, вообще вкусно на самом деле. Яблоки. Я уже одну слопала, очень вкусное, сочное, местное. Муж доволен, что есть чай такой вкусный. Вот этот чай, он его обожает. А я довольна, что есть кофе. Так что я сейчас их попрошу мне кофе сделать. Вот. Ну, я могу сказать, что нам все нравится. А так как мы вчера еще ходили в такой ресторан, где обжираловка, то я сегодня вообще ем без аппетита. Просто еще ем, потому что пришли на завтрак. Так еще есть тут как бы... Я не хочу, пока не хочу. Зал вот такой огромный. Я же говорю, тут отели все огромные. И вот в этом зале огромном сидит один человек, один мужчина. И мы. Вот так. Вот такая вот история. Всем привет из Курдистана. Ну, Андрюш, может, ты еще покажешь меня на прощание. У нас все хорошо. Я не читаю комментарии, потому что какие-то они мне показались, ну, в первый день прочла, не очень как бы добрые. Ну, может, они и добрые, но как-то не очень меня вдохновляющие на путешествие. Поэтому я решила все рассказывать, ничего не читать. Потом приеду домой, все почитаю. Всем привет из иракского Курдистана.